Попробуйте приготовить салат по этому рецепту. Уверяю, вам очень понравится. Приятного аппетита! Всем привет! С вами канал «Вкусно и кошерно». И сегодня готовим простой и в то же время очень вкусный салат из огурцов. Итак, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И готовьте со мной, готовьте как я, готовьте лучше меня. Всего несколько ингредиентов и вкусный салат готов. Нам понадобится огурец, лимон, красный лук, укроп, соль и растительное масло. Друзья, подписывайтесь на мой канал. У меня на канале есть много разных интересных рецептов на все случаи жизни. Завтрак, обед, ужин, будни и праздники. Я начну с лука. Из лука можно убрать горечь разными способами. Можно замочить его в холодной воде на 15 минут. Можно обдать кипятком, подержать несколько минут. Я люблю обычно сбрызнуть лимоном. Это то, что я и сделаю. Надо его распотрошить в тарелочке руками, чтобы каждый лепесток был отдельно. Тогда он лучше промаринуется. Разрезаем лимон. И сбрызгиваем лук. Теперь огурец. Огурец я порежу полукругом. Сначала порезала на кружочки, ставим так столбиком и одним махом разрезаем пополам. Теперь нарезаем укроп. Добавляем чуть-чуть соли и оливковое масло. Все это перемешиваем. Попробуйте приготовить салат по этому рецепту. Уверяю, вам очень понравится. Приятного аппетита! А с вами был канал «Вкусно и кошерно». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Я их все читаю, и мне очень приятно, что вы готовите блюда по моим рецептам. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч! Пока!